Какое счастье! Обалдеть! Теперь ты меня снимай, да? Ура! Дома! Я дома! Вот. Как тебе Краснодар после года отсутствия? Вот. Если есть на свете рай, это Краснодарский край. Ой, просто. Я наоборот. Да? Вот они, мои родные, любимые, встретились. Как дела? Ну, поверните сюда. Любимки, любимки мои. Дорогие друзья, всем доброго утра. И сегодняшний наш необычный завтрак – это сабурани. Для тех, кто знает, напишите в комментариях, чье это блюдо. Наверное, грузинское. Ну, если он не пойдет, я возьму другой нож. Итак, мы режем наш сабурани. Скорее всего, я немножко его пересушила, но мне даже нравится с такой вот корочкой приятной. Друзья мои, это нечто. Запах потрясающий. Сыр. Что тут еще внутри? Это авторское тесто. Это просто нереально. Так, ну вот один кусочек готов. Сейчас мы будем его перекладывать на тарелку. Good morning, my friends. It's unusual Georgian dish for wedding, for party, for family, for anyway, I don't know how to say in English. Bon appetit. It's dish with cheese. Smell is perfect. Wow. Super. Дорогие друзья, не знаю, как вы, но мы по утрам иногда едим сабурани. Это бывает раз в 20 лет, но все-таки. Смотрите, какой необычный завтрак. С сыром. Просто великолепно. Нереальное блюдо, наверное, грузинской кухни. Кто знает состав, пожалуйста, напишите. А всем я желаю приятного аппетита и хорошего дня. Ну вот креветочки упаковываются в специальную, как ее называется это? Сетка, решетка. Угу. И отправляются жариться на костер. Вы не думайте, что это день, это вечер. У нас тут лампа, и поэтому так хорошо видно. Как приятно сидеть вечером у костра, боже мой, это же чудо. Лягушки квакают, светлячки летают. Собаки лают, некоторые включают музыку, так что слышно везде ее. Вау, ну вот креветочки начинают свой обратный отсчет. Ой, как вкусно пахнет. Так вот, отсюда сниму морепродукты на костре. Уже, конечно, темно, не все хорошо видно, но я вам сниму чуть позже. Так, ну вот, наши креветочки готовы. Готовы. Сейчас будем угощаться. Приятного аппетита. О! Бон аппетит. Кубинский англичанин. Всем привет, дорогие мои. И сегодня мой дорогой папочка отмечает свои 77 лет. Представьте, какая чудесная цифра. 77. Это же счастье вдвойне. Поздравляю тебя. Люблю тебя. Живи долго и счастливо. Спасибо. Спасибо, доченька. Барбекю из рейди.